Дороги и безопасность на них – тема как нельзя актуальная, но особую остроту она приобретает в осенне-зимний период. Как пешеходам, так и автолюбителям в эти периоды надо быть особенно внимательными на дорогах. В городском округе Щелково сразу несколько дорожных территорий вызывают вопросы. Так, на комиссии по безопасности в администрации зачитал анализ по аварийности на дорогах за 7 месяцев 2019 года начальник отдела ГИБДД Щелковского управления МВД Денис Кравченко. Он подчеркнул, что внимательность на дорогах как автовладельцев, так и пешеходов позволяет избежать трагедий на проезжей части. Немаловажным фактом является и грамотная дорожная разметка, правильно установленные знаки и пешеходные переходы. Совсем скоро начнется новый учебный год, а это значит, что территории рядом со школами должны быть приведены в порядок. Разметка должна быть видна, знаки установлены. Прозвучала на заседании тема установки шлагбаумов, в частности, на въезде и выезде по адресу улица Радиоцентр, 5, дом 16. Здесь ситуация такова. Через двор жилых домов зачастую проходит транзитное движение, да и сам двор порой превращается в перехватывающую парковку. Чтобы избежать подобных вещей, в 2016 году советом жителей было решено установить шлагбаумы. Оборудование нами закуплено. Специалисты, которые готовы взять техническое сопровождение, есть договор в стадии заключения, поэтому нам хотелось бы просить разрешения, либо инструкции, что нам делать дальше, собственно, для того, чтобы реализовать желание собственников жильцов. В первую очередь, подчеркнул заместитель главы администрации Евгений Петеримов, необходимо, чтобы камеры наружного наблюдения были подключены к системе «Безопасные регионы». Это позволит выявлять нарушения, но немаловажным вопросом стала возможность проезда экстренных служб при установлении шлагбаумов. Второй вопрос. Как доступ будет спецтранспорта, который будет вызван или еще что-то? Как осуществляться? Заезд туда. Значит, есть аварийная диспетчерская служба, контакты которой известны всем жителям. Соответственно, мы готовы эти контакты... Давайте так, стойте. Человек умирает, и контакты с вашей диспетчерской службой никому не интересны. Евгений Иванович, мы... Едет полиция, там убивают человека или нет. Там секунды... Пожарные и так далее. Вопрос ясен и понятен, поэтому мы здесь, собственно, и хотели бы у компетентных представителей и полиции, в том числе, поинтересоваться, как это делается, получить необходимые инструкции. Прозвучал вопрос и по адресу улицы 8 Марта в Жигалово. Тут дворы часто превращаются в проезжие. Предложение по установке специальных блоков также рассмотрели на комиссии. Организацию одностороннего движения на автодороге по улице Жданова также вынесли на обсуждение. Озвучили назревшую необходимость в искусственных неровностях по дороге от деревни Серкова до Оболдина, а также в нескольких населенных пунктах городского округа. Все вопросы взяты на контроль и будут решаться. Лилия Тимиева, Александр Ажевский, Щелковское телевидение.